Всем привет! Сегодня я хотела рассказать, поделиться о моих покупках в Икее. Пойдемте покажу, что я, собственно, купила в Икее. Так, я купила вот такие стульчики. Стульчики, кто уже, наверное, заметил, они самораскладывающиеся, то есть их можно сложить, взять с собой на природу. Вот. Такие беленькие, аккуратненькие, вот такие подушечки на завязочках. Вот, два стульчика я купила. Вот. Вот, собственно, как они выглядят. Здесь также отверстие, я думаю, для того, чтобы вешать, если что, на гвоздиках. Допустим, чтобы они много места не занимали. Вот такой коврик. Очень, кстати, мне понравился. Сейчас покажу. Вот такой вот коврик. Вот. Так, стулья, пока не забыла, скажу. Они стоят приблизительно 14 евро. Подушка 6. Вот такая подушечка 6 евро. Так, коврик был 1,5 евро. По акции он был. 69% джут, 31% хлопок. То есть вообще очень довольно-таки хороший состав. Вот у этих подушечек, кстати, тоже очень хороший состав. Сейчас найду. Я думаю, должна я найти. Я думаю, вот эта самая верхняя строчка, это и есть их состав. Да, 55 получается бамбук. Ну, довольно-таки приятные такие, знаете, на ощупь. Мягенькие такие, хорошенькие. Кожик тоже. Коту сразу понравилось. Потом вот такой преддверный коврик. Стандартный кокосовый. 3,50. Вот такое постельное. 100% хлопок. Так. Наволочка. 80 на 80. И пододеяльник 140 на 2. Здесь уже... Просто его уже приватизировал. Котяра. Ну, спи, 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 спи. Чего ты? Чего ты? Чего ты? Как тебе новые постели? Обожают, ребят, новые постели вообще. Как только заправила, сразу под него спать. Ну, какой хороший котик, да? Качество понравилось? Все нормально? Ну, в общем, ребят, не будем отвлекать, пускай спит, да? Хороший довольно-таки приятный материал. 100% хлопок. Был тоже в Ангиботе. 5 евро. Так, переходим сюда. Вот такая вот тюль, значит, две, получается, их штуки, левая и правая, да. Здесь вот я не пойму, 300 сантиметров, в скобочках пишут 118. Я так думаю, что, скорее всего, 300 это имеется в виду, наверное, длина, а 118 это ширина вот здесь вот. А здесь в основном они все идут 300, их потом или подшивают, или подвязывают. Вот. Хотя вот здесь вот стоит 280. Ну, то есть пока я не могу сказать на 100%, что там за размер, да? Я думаю, ну, стандартно, как вот на картинке нарисовано, так вот примерно и будет. Так и знаете, как сеточка такая. Интересная такая ткань. Я пока не буду распаковывать попозже. 4 евро было. Так, и вот это моя последняя покупка. Шторы тоже идет, смотрите, 300. Это, походу, длина. 145 это, наверное, вот ширина. Две штуки в комплекте. Вот я их уже достала. Они довольно-таки хорошего качества. Здесь идет 70% хлопок и 30% лен. Вот смотрите сами.
Мне показалось то, что отлично впишется в интерьер. Такой довольно-таки приятный, милый цвет. Кстати, камера передает его ярче, он на самом деле более приглушенный. Вот. И сразу что хочу сказать, шторная лента уже подшита. Сейчас покажу. Так, с какой она тут стороны? Да, вот она. Шторная лента уже подшита, довольно-таки хорошего качества. Вот. То есть сюда можете спокойно подсаживать. То есть на любой карниз можно. Ну, тут, собственно, и на картинке тоже нарисовано, что можно на любой карниз. Можно вот на такой карниз надеть. Можно просто надеть вот такие колечки, можно вот такие. Вот, соответственно, очень удобно. И, знаете, действительно очень приятный, хороший такая ткань. Я именно вот, ну, за качество, да, купила. Тоже этот цвет был в ангиботе. Так-то есть другие расцветки, но эта тематика вот с таким льном, она вся идет в полосочку. Вот, 35 это была верхняя цена со скидкой 5 евро. Вот такие мои покупки в Икее. Ребят, еще хотела сказать, что я также приобрела стол письменный, больше, как бы, знаете, работать на ноутбуке, на швейной машинке. Но так как он еще не собран, я его пока вам не могу показать, так как он просто стоит в подвале. Ну, надеюсь, то, что скоро его соберем, да, и обязательно вам покажу. Как расцвел, порадовал меня. Он на 8 марта как начал цвести и по-прежнему продолжает. Такой радует вообще. Каждый день радует. Так что, ребят, езжайте в Икею. Там сейчас очень много интересных появилось вещей, да, всяких для того, чтобы создать себе дома классный интерьер. Обязательно найдете себе то, что вам нравится, то, что по душе, да. Вот. Единственное то, что нужно выделить время. Ну и как следует там походить, посмотреть. Так что я думаю, как-нибудь еще туда поеду. Может быть, теперь уже в следующем месяце. Вот. Всем пока, хорошего воскресенья.